все прекрасно понимают, об этом четко было сказано в том же Страсбурге на этой неделе, в отношении того, что Минский процесс – это единственный на сегодняшний день путь возвращения мира в Украину. Европа четко сказала о своих ценностях. Это единство и территориальная целостность Украины, это европейский выбор Украины, это поддержка демократии. Вот перед эфиром было достаточно так, коллеги там спорили, чья же победа Страсбург, то есть кто в результате Страсбурга победил. Я считаю, что в результате вот последней сессии ПАСЕ однозначно выиграло государство Украина. И однозначно проиграла украинская власть, потому что четко власть продемонстрировала, что Минск она выполнять не хочет. И Оланд, и Штайнмайер, и мы встречались с руководителями практически всех политических групп в ПАСЕ с президентом ПАСЕ господином Грамунтом. Они говорят следующее, что да, совершенно правильно вы говорите, да, на сегодняшний день выборы, как выборы, проводить нельзя, потому что невозможно обеспечить безопасность. Но принять закон о выборах, выполнить нашу часть, начать выполнять, вернее, нашу часть политических договоренностей по Минску, мы обязаны дать такой месседж. И Европа четко сказала, и это записано в резолюции ПАСЕ в касательстве Минска, там говорится о том, что на фоне сложных вопросов с безопасностью Европу беспокоит невыполнение политических обязательств Минска.